Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Prabhupada
Прабхупада ки джай, Гуруськом ки джай, Шри Шри Гаур Нитай ки джай. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 9, которая называется «Самое сокровенное знание». Текст 3. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Мы уже читали несколько раз этот стих, он опять попался. Те, кто не имеют веры в это преданное служение, не могут достигнуть меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Те, кто не имеют веры в это преданное служение, не могут достигнуть меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются круговорот рождения и смерти в этот материальный мир. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхай Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Неверующие не могут выполнять процесс преданного служения. Таков смысл этого стиха. Вера создается в общении с бхактами Господа. Несчастные люди, даже выслушав все доказательства, приводимые в ведической литературе, от великих личностей все равно не имеют веры в Бога. Они сомневаются и не могут обрести твердость в преданном служении Господу. Таким образом, вера – это самый важный фактор прогресса в сознании Кришны. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что вера есть полная убежденность в том, что просто служа Всевышнему Господу Шри Кришне, человек сможет достичь совершенства. Это называется истинной верой. Как говорится в Шримад Бхагаватам 4.31.14. Ядхатарор мулани шечанена трипьянти тацканга буджа пашакаха пранопахарачча ядхендриян тадхайва сарварханам ачьютеджьян. Вода, росившая корень дерева, благотворно действует на ветви и листья этого дерева. Пища, попавшая в желудок, вызывает удовлетворение чувств во всем теле. И точно так же трансцендентальное служение Всевышнему Господу приводит к тому, что все полубоги и все живые существа оказываются довольны. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, нужно сразу же прийти к соответствующему заключению. Отказаться от всех других занятий и обратиться к служению Господу Кришне, верховной божественной личности. Убежденность в такой жизненной философии и есть вера. Становление же этой веры и есть процесс сознания Кришны. Существует три разряда людей, осознающих Кришну. К третьему разряду относятся те, у кого нет веры, даже если они формально заняты в служении Господу. Они все равно не смогут достичь высшей стадии совершенства. Скорее всего, они соскользнут с этого пути через некоторое время. Они, может быть, и начинают служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежденности и веры, им очень трудно оставаться в сознании Кришны. В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими случаями, когда люди, приходящие в сознание Кришны, имеют какие-то скрытые мотивы, но как только они улучшат свое материальное положение, они отказываются от служения Господу и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере человек может развивать свое сознание Кришны. Что касается развития веры, то тот, кто хорошо знает литературу, посвященную преданному служению, и достиг стадии непоколебимой веры, относится к первому классу, обладающих сознанием Кришны. Ко второму же классу относятся те, кто не очень хорошо разбираются в священных шастрах, но кто сами по себе имеют твердую веру в то, что Кришна-бхакти или служение Кришне является наилучшим путем, и с искренностью вступили на него. Поэтому они стоят выше людей третьего класса, которые не обладают совершенным знанием шастр и твердой верой. Но благодаря общению с бхактами и по простоте душевной пытаются следовать по пути преданного служения. Люди этого класса подвержены падению, в отличие от верующих второго и в особенности первого класса.
принадлежащие к первому классу, непременно достигнут ступени совершенства в конце пути. Что касается людей, обладающих сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в то, что преданное служение Кришне есть благо, еще не обладают подлинным знанием о Кришне, которое можно получить из таких источников, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иной раз эти люди проявляют склонность к карма-йоге и гьяна-йоге, а иногда еще они впадают в тоску и беспокойство. Но однако, когда увлечение карма-йогой и гьяна-йогой проходит, они становятся бхактами первого или второго класса. Вера в Кришну также подразделяется на три уровня, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Привязанность первого порядка, второго и третьего. Но те, у кого нет веры даже после того, как они услышали о Кришне и о совершенстве преданного служения, кто думает, что это всего лишь хвалебные речи, находят этот путь очень трудным, даже если они внешне и заняты преданным служением. У них мало надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень важна для преданного служения Господу. Ашрададхана Пуруша Дхармасьясья Парантапа Апрапьямам Нивартанте Мритюсам Саравартмани. Те, кто не имеют веры в это преданное служение, не могут достигнуть меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Ом агьян гимирангхасья гьянанджана шалакия чакшур унмиритам йена тайсмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам мехате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы уже обсуждали с вами этот стих неоднократно, но так или иначе, каждый стих Бхагавад-гиты и каждый комментарий Шри Прабхупады имеет трансцендентальное положение. То есть мы не можем его ограничить никакими объяснениями, поскольку эти все понятия, о которых говорит Прабхупада, они конкретно здесь обсуждаются и имеют очень глубокий практический смысл. Глубокий. Поэтому эти книги, Прабхупада говорил, я написал эти книги на 10 тысяч лет. Они не написаны, что вот мы их прочитали один раз, вот мы этот стих 3 раза прочитали, или там 4 раза, и мы уже все понимаем в этом стихе, в комментарии уже понятно, наизусть выучили, все хорошо. На самом деле все происходит совершенно по-другому. Есть такая история как раз о положении священных писаний. Говорится, что раскрыть нам суть или смысл того или иного стиха из священных писаний может только духовный учитель. То есть по милости Бхакт мы можем раскрыть этот смысл. Но особенно по милости духовного учителя. Говорится, что без санкции духовного учителя ни один человек не может понять ни одного слова даже священных писаний. Даже одного слова. Он все будет воспринимать совершенно на другом уровне. То есть ему будет казаться, что он понимает. Но если он не получил санкцию духовного учителя на это чтение или изучение этих священных писаний, допустим, таких как Бхагавад-гита или Шримад Бхагавата, то для него сокрыт смысл. То есть он будет все воспринимать на уровне чего? Грубых материальных чувств, грубого тела или тонкого тела, состоящего из ума, интеллекта и ложного эго. То есть это мы можем воспринять и сказать, о, мы поняли. Но мы поняли только на уровне интеллекта, ума и ложного эго. Только в этом мы можем разобраться. Но понять глубину, то есть понять духовный статус этого стиха и его практическое применение, и как он вообще развивается, этот стих, это может быть от нас сокрыто. Есть такое в Пуранах выражение, что только тому, кто имеет непоколебимую веру в духовного учителя и в Кришну, раскрывается смысл священных писаний. Вот эти очень часто преданные говорят, вот я как понять то, как понять это, как понять то. Вот мы не понимаем, Кришна говорит Бхагавад-гите.
только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания, а приобретя знания, он может успешно переправиться через океан рождения и смерти. Но если человек, вот здесь как раз этот стих, те, кто не верят в это преданное служение, не могут достигнуть меня у победителей врагов, поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. И Шрила Прабхупада пишет, что сутью всего является вера. Это главное. Вера. Вера. Если мы с вами проследим все эти моменты, то мы обнаружим с вами такой стих Шримад Бхагаватам, что тот, кто понял хотя бы четверть стиха из Бхагавад-гиты, есть такое произведение, называется Гита Махатмы, прославление Бхагавад-гиты. И там описано трансцендентальное положение Бхагавад-гиты. Есть там такая история, если сейчас говорит, даже тот, кто одно какое-то понятие повторяет на протяжении всей жизни, четверть стиха из Бхагавад-гиты, если он повторяет всю жизнь, то он непременно возвратится в конце жизни назад к Богу на одну из планет Вайкунтха. Любой стих, четверть стиха. Даже если человек просто каждый день будет повторять Бхагавад-гита, 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 он возвратится домой к Богу. Даже если он просто будет думать о Бхагавад-гите, он вернется назад к Богу. Таково могущество этих писаний. Думать об этих произведениях или повторять их шлоки, вот о чем я говорил, да, когда мы повторяем, это одно и то же, это приравнивается к личному служению Кришне. Это преданное служение, называется шастра-севая. Служение Кришне через его проявление в виде священных писаний, в разделах Кришны-бхакти. То есть такой человек, он возвращается непременно к Богу. И там есть очень много историй в этой Гита-махатме, насколько могущественно положение Бхагавад-гиты и трансцендентно положение Бхагавад-гиты. Я, к примеру, такую историю вам расскажу из Бхагавад-гиты. Была одна проститутка. И вот как-то раз она возвращалась со своей работы к себе домой, и вдруг она увидела, что несколько людей, какой-то определенной группы людей окружили какого-то человека. И этот человек, он задыхался и умирал на глазах у этих людей. И его было всем так жалко, и все говорили, да это наш такой, мы его знаем, он такой хороший человек, и вот он умирает. И мы не знаем даже, как ему помочь. И тут вышел из окружения этого человека, и он сказал, я отдаю часть своих благочестивых поступков этому человеку, и прикоснулся к нему в голове, и сказал, я говорю здесь перед всеми, часть своих благочестивых поступков, половину благочестивых поступков я отдаю этому человеку. И он, когда он убрал руку, все увидели, что он стал еще легче дышать. Но приступ еще не прошел, и все увидели, что это работает. И тогда каждый стал вспоминать. И вышел еще один человек, он положил и сказал, я отдаю тоже половину своих благочестивых поступков тебе. Вот Бог свидетель, люди свидетели. И человеку стало еще легче. И так все люди стали выходить и стали отдавать ему какие-то части своих благочестивых поступков. И поскольку эта проститутка, она по любопытству оказалась там рядом, как-то все дали, и все повернулись и стали смотреть на нее. И она так невольно оказалась так в центре внимания. Но никто же не знал, что она проститутка. Все смотрели, говорю, Матаджи, ну вы что? Она думала, боже, я сейчас прикоснусь, он умрет. Она такая была, как, кстати, искренняя в своей работе. Но она, кстати, никогда на себя такое не брала, такую ответственность. И она думала, да глядеть, даже смотреть на меня, это оскверняться. И в то же время ей было стыдно как-то признаться в этом. И она испытывала такой какой-то и стыдно, и вроде бы как-то... И она смотрела на этого человека и хотела помочь. И под воздействием вот этих людей благочестивых так загорелось ее сердце совершить что-то такое хорошее, хоть раз в жизни. И она все-таки решилась. Она подошла, положила голову на этому человеку, вернее, руку на голову этому человеку и сказала, если я когда-нибудь в жизни что-то совершила хорошее, я тебе отдаю. И такой же был эффект. Человек вдруг поднялся и начал танцевать. Потом он упал, и все увидели, какой-то космический корабль прилетел, цветочный. И человек этот встал, сел на этот корабль и улетел. И все повернулись и сказали,
Ты кто такая? Она сама вообще... Она ничего не могла понять сама. Прилетела из духовного мира Вимана, прилетела Вимана из духовного мира и сразу этого человека забрала. Пляшущего. Он плясал, потом немножко что-то раз, и его забрали. И все повернулись, и все стали хотеть, захотели, так сказать, к ее стопам прикоснуться. Все поняли, что она какая-то величайшая преданная. Она сказала, говорит, почему? Я сама не знаю. Она сама тряслась от страха. Она, да это не я, это так совпало. Она сказала, это вы, наверное, все сделали. А я просто так бывает иногда совпадение. Но люди были очень образованы. Они сказали, совпадения не бывает. Не бывает случайности. И все сказали, ну-ка расскажи мне, что ты такого сделала? И все стали ее атаковать. И она так испугалась. Она сказала, да я проститутка, ну что вы представили? А каждый думал, боже мой, какая смиренная, себя проституткой называет. Она поистине святая. И всех еще больше подогревался ажиотаж, и все говорили, да, да, мы тоже все такие же. Она говорила, да я говорю вам правду. Они говорят, да мы знаем, мы тоже такие, мы тоже тебе правду говорим. Скажи, скажи, направь нас. Каждый стал говорить, направь нас. Мы будем слушать каждое твое слово. Она еще больше перепугалась. И ничего не могла понять. Какова же была на самом деле история? В доме у нее жил попугай. Когда-то, когда-то, давным-давно, этот попугай жил у одного брамана. И этот браман все время повторял один стих из Бхагавад-гиты. Читасу сарва кармани, мои саньяси мат пара, будхи йогаму пашридья мат читак сататам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. И попугай, слушая стихи, сидя на плече у этого нищего брамана, он все время слушал этот стих. И браман все время, читасу сарва кармани, мои саньяси мат пара. И браман в конце своей жизни совсем обнищал. И как-то было так голодно, что он предложил одному человеку этого попугая за какую-то еду там, за крынку молока. И отдал попугая. Тот человек только спать ложится, как ночью. Кидался за руку гармонии, мои сомнения. Но он все время его... Тот человек не был образован, думал, что он там балабонит, что это такое, какие-то стихи санскритские читает. И он не знал, куда его деть. И он вышел на улицу и не знал, куда эту птицу деть. Убивать он ее не хотел, ахимса. И вдруг он увидел эту матаджи. Эта женщина шла, она шла со своей работы и считала, так сказать, лакшми. И он сказал, слушай, у меня есть такая великая птица. Она умеет разговаривать. Он сказал, ну и что, я тоже умею разговаривать. Что мне птицы говорят? Все говорят. Нет, это необычная птица. Она говорит что-то там на санскрите. Она говорит, да ну не надо. Говорит, пожалуйста, возьми. Пожалуйста, я тебя прошу. Она сказала, плати. Он дал ей какую-то монетку, я отдал этого попугая. И вот она принесла этого попугая, посадила в клетку. И вот он целыми сутками произносил этот стих. Так каков же был результат этого стиха? Что просто слушая, даже не зная, что это такое, она вообще не знала, что это из Бхагавад-гиты, не знала перевода этого, она вообще не знала, что это такое. Какие-то звуки, какие-то предложения, она даже не знала, что такое санскрит-то. Таков был могущественный эффект слушания. И этот попугай жил у нее не так-то долго. И она сказала, положив руку на голову этого человека, то если бы когда-нибудь я что-то хорошее, благочестивое сделал, пусть это все уйдет тебе. Шраванам. Слушание. Она совершала бессознательное преданное служение. Она каждый день слушала стих из Бхагавад-гиты. И получила такую реализацию, что просто передав ее этому человеку, человек ушел в духовный мир. Так могущественно преданное служение. Так могущественны эти писания, эти стихи. Поэтому, когда мы говорим, произносим вместе эти стихи, слушаем,
мы сжигаем последствия всех наших греховных поступков. Сжигается огромное количество греховных поступков. И каждый раз накапливается вот эта возможность. Говорится, что тот, кто читает Бхагавад-гиту, прославляет Бхагавад-гиту, он непременно возвратится назад в дом, поскольку совершает преданное служение. Но тот, кто не слушает, не читает, не провозглашает, не прославляет Бхагавад-гиту из Священного Писания Шримад Бхагаватам, значит, у него нет веры. У него нет веры. Есть очень много историй о Бхагавад-гите. Очень много, тысячи историй, прославляющие Бхагавад-гиту. Потому что даже просто говорить Бхагавад-гиту, это уже очищаться. Слышать Бхагавад-гиту, это уже очищаться. Произносить стихи из Бхагавад-гиты, читать все это, это очень благоприятно. Такова глубина и смысл. Есть еще одна история. У одного духовного учителя был ученик. И он перечитал много раз Бхагавад-гиту. Очень много раз он перечитал Бхагавад-гиту. И практически знал ее всю наизусть. И от своего духовного учителя он получал комментарии и объяснения. Но каждый раз он получал какой-то новый комментарий и новое объяснение. И он стал думать, что-то на каждый стих у него все разное объяснение. Что такое? Какие-то противоречия у него, наверное. Он так не говорил, потому что знал, что это оскорбление. Но где-то в голове у него такое сомнение закрылось. И вот один раз он пришел и сказал: «Махарадж, Гуру Махарадж, прошу вас, объясните мне, пожалуйста, стих. Шарват харман паритья джа мамекам шаранам враджа ахам твам шарва папитьё мокша ишьями машуча. Оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего». Гуру улыбнулся и сказал: «Ты на самом деле хочешь понять этот стих?» Он сказал: «Да, расскажите мне, чтоб я понял». Он сказал: «Хорошо, у меня одно условие. Ты его выполнишь?» Он сказал: «Вы же гуру. Для ученика слово гуру – закон. Вот тебе патра». Патра – это такая, как сказать, чашка для подаяния. Патра называется. Он сказал: «Вот тебе патра. И вот так, как ты сейчас передо мной находишься, на год отправляйся из ашрама и путешествуй. И условия. Ты должен зависеть только от воспевания. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ты должен получать только за это воспевание. Если тебе дают, ты это ешь. Если тебе дают именно за это, ты это одеваешь. Больше ничего». Он сказал: «Как? Только за это? Куда? И что? Через год вернешься, и я тебе объясню смысл этого стиха». Ученик ничего не оставалось, он взял патру и пошел. И вот он сел где-то там в городе и стал: «Харе Кришна, Харе Кришна!» Проходили люди, сказали: «Ты что орешь здесь, Кришнаид, а?» Свою там махамантру все уши прожужжали и побили его. Он стал тихонько: «Харе Кришна, Харе Кришна!» Но тогда никто не слышал, ничего ему не давал. И он так долго не ел, так долго не пил. И когда он сидел такой весь ободранный, голодный, холодный: «Харе Кришна, Харе Кришна!» Проходила какая-то женщина, увидела, и так стало жалко его. Не из-за мантры. Она подумала: как жалко, такой худой, побитый. Она чуть не расплакалась, потому что его эта мантра, она была похожа как ребенка. Она вспомнила о своем ребенке. И она дала ему хлеба, там что-то еще. И он был такой счастливый, он поел. И так он целый год мыкался. Через год он вернулся, такой серьезный весь. Положил патру и сказал: «Махарадж, я это сделал». Он сказал: «Садись». Он сел. «Ты хотел понять смысл стиха? Слушай внимательно, я тебе объясняю. Шарват харман паритьяджа мамекам шаранам враджа ахам твам шарва папетхё мокша ишьями машуча». Это все. «Теперь ты понял?» Ученик подумал: «Теперь я понял».
ты понял, но не до конца. Обдумывай чаще. Каждый раз ты сможешь все глубже и глубже. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. А приобретя знания, человек свободно переправляется. Успешно переправляется через океан рождения и смерти. Каждый раз, когда мы произносим эти стихи, когда мы совершаем преданное служение, пытаемся совершать преданное служение, мы должны знать, хотя бы знать и быть информированы о могуществе этого процесса. О величайшем могуществе этого процесса для сомневающегося. Нет счастья ни в этом, ни в том мире. Для сомневающегося. Сомнения. Эти проблемы сомнения, они съедают нашу преданность, они съедают нашу веру. Сомнения. Это все, когда мы действуем как-то неавторитетно, все это уничтожает нашу веру. В чем же самое важное для продвижения еще? Есть один из важных аспектов, который нужно обязательно сохранять. Если есть какая-то проблема, есть какое-то непонимание, мы должны вопрошать. Атато брама джигьяса. Цель пребывания человека в этом мире – это задавать вопросы касательно абсолютной истины. Мы должны задавать, мы не должны оставлять эти сомнения в своем сердце, мы не должны оставлять эти сомнения, мы должны разбираться, мы должны спросить, почему так, почему так. Иначе эти проблемы съедают нас. Эти семена проблем, эти семена сомнений, сначала мы не видим, раз проблема там, мы говорим, а ладно, ничего, потом исчезнет. Но семя проблемы, оно начинает прорастать. Оно растет, растет, растет. И потом вырастает огромное дерево, которое уже не вырвать. А если уж вырывать, то это такую боль причиняет. Такую боль причиняет вырывать эту проблему. Эти проблемы мы должны вопрошать, мы должны спрашивать, мы должны делиться этими проблемами, чтобы услышать ответ. Есть такая история. Один человек, он был лесником. В лесу царя. И царь дал указ, что тот, кто хоть убьет хотя бы одну лису, получит лично от его руки наказание, то есть голову ему срубят. Если он, кто убьет хоть одну лису, независимо от кого. И вот этот человек, ему нужны были очень деньги для своего маленького больного сына. И он сам был лесником. И он знал, где эти лисьи норы. И вот он как-то пробрался к этой лисьей норе, выковырил оттуда лису и ударил ее каким-то оружием. И вдруг он услышал топот коней. И он обернулся и увидел вдалеке, что царь скачет со своим окружением. Прямо по направлению к нему. Он так испугался, вспомнив этот закон. Он схватил эту лису и засунул себе под куртку, под одежду. И завязался быстренько. И сев так, он стал смотреть. И вот подъехал царь. И царь знал своего лесника. Он сказал, о, Харибо, как твои дела? И лесник сказал, о, Махарадж, Киджай, я рад вас видеть, как все долгих вам лет жизни, как там то, как все. А царь был в таком хорошем расположении духа, у него было прекрасное настроение у царя. Просто прекрасное, великолепнейшее настроение у царя было. Царь был просто счастлив почему-то. Что-то было очень хорошее в его жизни случилось. Солнце светило, и он был просто очень хорошо расположен. И он сказал, лесник, проси, что хочешь у меня сейчас. У нас великая радость. Он сказал, Магарад, что просить? И вдруг он почувствовал, что под его одеждой что-то шевелится. Оказалось, что он лису не убил, а ранил ее смертельно. Он ее не убил, он ее смертельно ранил. И когда лиса пришла в себя, знаете, что делает раненый зверь? Она начала грызть его. И она начала грызть его грудь.
Но поскольку выхода не было, он что, и вытащить ее? Значит, показать, что сразу смерть. И лиса осталась там, и она начала грызть. Это была такая боль. Но у царя было хорошее настроение. И этот лесник, он улыбался. Царь спрашивал: ну как, давай с тобой поговорим. Он говорит: а что говорить тебе, домой надо скорее. Он говорит: да подожди, ты что, ну что ты со своим царем не хочешь? И он слез, его обнял, говорит: давай погуляем. Он говорит: нога болит, не могу. Домой надо, Махарадж, домой надо, ребенок болит. Да ну перестань, что ты, давай, вот стал ему деньги давать. Он говорит: все, да давай немножко побеседуем, я так давно тебя не видел. Он обнял его, и они шли, и он разговаривал, что-то ему рассказывал. А этот лесник, он потом весь покрывался, бледнел. Он говорит: все нормально, и улыбался сквозь силу. Он говорит: все нормально. И лиса ела, ела, ела. И в один момент лиса добралась до его сердца. И укусила его за сердце. И он упал замертво. И тогда он упал замертво, и он видит, что проступила кровь. Царь распахнул и увидел, как лиса полностью, когда голова, залезшая в грудь, торчало только тело лисы. Царь увидел, какой глупец. Какой глупец. Все могло бы быть иначе. Хари Кришна. Так и проблемы. Иногда мы под страхом каким-то носим какие-то проблемы. Но эти проблемы просто съедают наше сердце. Наступает момент, когда мы можем просто соскользнуть из этих проблем. Должны вопрошать. Должны спрашивать. Махараджи всегда хорошее расположение духа. Махараджи всегда спрашивает: ну как ты, как ты? А мы говорим: да ничего. Нормально. И оставляем эти лист проблем на своей груди. И они выедают наше сердце. И потом наступает духовная смерть. В этой жизни. Хари Кришна. Хари Кришна. Если есть вопросы, пожалуйста. Я могу вам много историй рассказать. Тут проститутка, она просто слушала этот стих, да, постоянно накопила вот такое, ну как могу, что она как освобождение получается, ему говорю. Да. А вот браманы некоторые изучают писание сами, то есть они сознательно это делают, но не возвращаются в эту жизнь. Это зависит от милости самого Кришны. От самого Кришны. Есть такое положение. По простоте душевной, и есть когда человек имеет какие-то мотивы. Вот в этом стихе, почему я рассказал эту историю, Прабхупада пишет, что многие встают на путь преданного служения, но имеют какие-то скрытые материальные мотивы. А есть люди, которые просто простые по простоте душевной. Если они просто простые, они легче могут получить реализацию, чем те, кто имеют скрытые мотивы. Но и тогда даже этот скрытый мотив можно уничтожить. Каким образом? Это не руководствоваться им. Я часто вот объясняю преданным, когда что-то происходит, с преданными, иногда происходит это с преданными, которые занимают какое-то положение или какой-то уровень. И мы торопимся, так сказать, с выводами, с какими-то. Поэтому мы должны быть внимательными. Почему? Вот люди очень склонны искать недостатки. И как-то быстро конкретизировать, делать какие-то выводы. Мы не торопимся, потому что есть положение гуру, шастры и садху. Гуру, шастры и садху. Как только мы получаем подтверждение от гуру, шастры и садху, все, это уже непреложная истина. Нет истины выше этого. И вот каждый из нас имеет недостатки. Каждый. Вот согласитесь, все равно в нашем сердце есть зависть, у каждого.
я уже это выяснил. Есть похоть, обман. Ну, человек даже что говорить много? Четыре недостатка обусловленной души. Какие? Чувства несовершенны, а значит, все, что мы делаем на уровне чувств, все это несовершенно. Так? Кого-то мы определяем по уровню. Ой, смотрите, у него какое лицо, ой, у него проблемы. Или что-то там увидели у кого-то, ой, у него проблемы. Делаем какие-то. На чувствах все построено. Ой, мне нравится, мне не нравится. Друг, враг. Удовлетворил чувство, друг. Не удовлетворил, враг. Значит, чувства несовершенны. Мы пребываем в иллюзии. То есть, думаем о себе так, как кем мы не являемся. Третье. Ошибаемся. И четвертое, склонны к обману. Обманываем. Это четыре признака любой обусловленной души. Обусловленной телесной концепцией. Без вот этого самого сокровенного знания. И даже когда мы встаем на путь преданного служения, эти проблемы остаются еще долгое время. И по мере очищения они, диапазон этих проблем сужается. Диапазон. Они не исчезают совсем. Диапазон их сужается. Вы понимаете, да? Я выражаюсь понятным образом, что такое диапазон. Вы понимаете, да? То есть объем этих проблем уменьшается. Это естественно. Любой преданный ощущает, что объем на самом деле уменьшается. Если он действует правильным образом. И вот вы помните, я давал лекцию по этому уровню. Называется Гана Тарала, да? Ой, нет. Да, да, по-моему. Нет, не Гана Тарала, он называется... Ну, я не помню этот уровень, где говорится, что если человек неправильным образом пытается решить проблему, то он еще больше в ней запутывается. И он еще больше привязывается к тому, от чего хотел избавиться. Еще больше привязывается к тому, от чего хотел избавиться, если он действует неправильным образом. Неправильным образом. То есть мы должны знать, что это правильно нужно сделать. И вот у всех, у людей есть эти недостатки. Мы приходим иногда вот в такую, допустим, как у нас, систему, духовную систему, где духовное образование должны получать. И мы иногда приходим с какими-то метками, что здесь каждый уже, так сказать, сачитананда. Вечность, знание и блаженство. И мы вдруг увидели, что у кого-то, оказывается, есть зависть. И это так, у него есть зависть. И мы начинаем говорить, ой, у него зависть, вы представляете, у него зависть. Или у кого-то, у него вожделение, вы слышали, у него вожделение. Поднимите руку сейчас, у кого нет вожделения. Ну, по крайней мере, кто так считает о себе, что у него полностью нет вожделения. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого нет зависти. Он точно знает, что вообще никогда никому не завидует, ни в чем. Вот искренне кто так думает? Я сразу вам скажу, что вы иллюзия. И докажу это. На обычных легких примерах. Значит, это существует. Значит, мы можем видеть две категории людей, которые, вот это все по этому вопросу, почему кто-то читает Бхагавад-гиту, отправляется, а кто-то читает и никуда не отправляется. Вот. Или вообще, так сказать, возвращается в этот круговорот рождения и смерти. И поэтому Кришна говорит, он не верит в это. То есть он сознательно не верит в это, изучает. А она-то не так, верит, не верит, она ничего не верит, простота душа. Она не думала, верю, не верю, она слушает. И вот, есть две категории людей. Кришна говорит, Арджуна, если ты не станешь действовать в моем сознании, это значит в каком сознании? В сознании Кришны. А станешь руководствоваться своим ложным эго, то потеряешь себя. Значит, кто-то может даже лично с Кришной общаться, выслушать от него его вот все эти указания, но в деятельности может начать руководствоваться не его сознанием, а своим ложным эго. Похотью, завистью, тем, всем, своими какими-то мотивами. И в итоге вот. Понимаете? Мы видим людей, которые имеют, ну как Прабхупада говорил, Кришна послал мне второсортных людей. То есть, поймите, в Писании говорится, в Кали-югу это век глупцов и негодяев. В Кали-югу все рождаются шудрами. Но более того, в Кали-югу, так сказать, все еще и млечки, и яваны, так еще ниже даже классы сознания. Представляете, что это за люди?
Я вот на этих лекциях по культуре пытался, так сказать, объяснять, что чтобы можно было уловить, в каком состоянии сейчас находится население нашей планеты. По своему уровню сознания, восприятию, оценках всего, культуры. И вот все эти люди наделены естественным образом этими качествами. И они разделяются вот на эти две категории. Одни, услышав учение Кришны, руководствуются этим учением, имея ту же самую природу, как и те. А те, услышав об этом, продолжают руководствоваться своими ложными представлениями, своим ложным эго. Как вы думаете, Кришна кому милость проливает? Но смотрите, и у тех, и у других одни и те же проблемы. Значит, суть в том, что чем мы руководствуемся в своей деятельности, чем мы руководствуемся в своей жизни. Иногда мы видим человека, который имеет столько наставлениями Кришны и прилагает усилия и все равно действует, как говорит Кришна или как говорит его гуру. А второй, имея прекрасные качества, начинает руководствоваться своим ложным эго. Кто хозяин всего здесь? Кришна. Все поступательное движение и сознание направлено в сторону кого? Кришны. Значит, кто оценивает все и кто судья? Кришна. Как вы думаете, вот из этих двух личностей кого Кришна выберет? А? Да, смотрите, у него столько недостатков, и мы можем сразу увидеть. Но он в своей жизни все равно руководствуется. Пусть не квалифицированно, но он это делает. И он отталкивает свое ложное эго. Хотя у него столько проблем. Второй же имеет меньший диапазон, но склонен действовать и руководствоваться своим ложным эго. Поэтому Кришна всегда встанет на сторону своего преданного. Поэтому звучит этот стих в ушах этой проститутки. Читаса сарва кармани маи саньясья матпара будхи йога мупашритья матчитак садатам бава. Будхи йога, бхакти йога. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Кришна сам объясняет, что же такое преданность. Это полагаться на него и действовать так, как он говорит, а не как бы хотелось. И тогда ты сможешь меня осознать. Осознавай меня и уходи. Возвращайся назад ко мне. Пожалуйста, еще один вопрос. Вчера мы когда встречали Махараджа, мы вспомнили историю Шримад Бхагаватам, хотели только ее рассказать и Махарадж уходит. А какую? А вот я хотел узнать, чтобы хоть какой-то слово там, чтобы напомнить. Это вот как раз история Шримад Бхагаватам. Один садху, и сюда. Таких у меня, наверное, 100 штук с этого слова. Один садху. Два садху. Не устно. Надо ситуацию, о чем мы разговаривали. Ситуация была бы, я бы рассказал. Не помню ситуацию. И я вот могу рассказать вам очень важное. К чему я вообще все это рассказываю? Вот эти вот все проблемы о том, что лисы этих беспокойств, так сказать, этих проблем, они нас съедают, потому что мы неправильно действуем. А потом мы слишком торопимся, так сказать, не поняв, что ценно в жизни. И сразу по каким-то своим материальным представлениям оцениваем людей. Вот там, кстати, у него мягкий голос, поэтому он, так сказать, более лучше. А у того грубый голос, он хуже. Мы не смотрим с позиции руководствуется, чем человек руководствуется. Что в итоге, какие мотивы его. Очень много вот Прабхупада в этом комментарии пишет. Очень много скрытых мотивов. И как только они поправят свои эти скрытые мотивы, так они тут же прекращают на самом деле. Они остаются в процессе, но прекращают уже действовать по указаниям Кришны. Что такое поправить свое материальное положение? Иногда у нас такое представление, что поправить свое материальное положение, сразу у нас сундук с деньгами сразу. Или дипломат с долларами. Нет. Поправить свое материальное положение, представьте, люди просто приходят и страдают. Они просто страдают. Мать умерла, там отец умер. Человек пошел на реку, так сказать, топиться. И тут шел, и вдруг услышал там Хари Кришна какой-то, пригласили его в прану, говорит, ну ладно, пойду, зайду перед смертью.
и остался в храме, представьте. И тут преданные, туда-сюда, мантра, на него все это повлияло, и он... И пока он страдает, он такой смиренный, потому что он сильно сконцентрирован на своих проблемах. Он такой смиренный, он готов делать все, что угодно, туалет чистить, там, полы мыть, потому что он так сконцентрирован на своих страданиях и хочет от них избавиться. Вы понимаете, о чем я говорю? Через год, через два помойте полы. Шутишь? Неофита нашел? Неофита, что ли, нашел? Полы помой. А что ты? Видел, да, Шнур? Видел у меня три кандимазоньки? А? Видел, нет? Так что давай, гуляй. Тоже мне неофита нашел. Он говорит, ничего себе, вы видели, да? Он подошел ко мне и сказал, полы помыть. Нашел неофита. Я говорю, это все проблемы нашего президента. Такая личность, вы знаете, я вчера наблюдал, что он ест. А позавчера я зашел случайно к нему в домик, открыл кастрюлю и видел, что он там ест. Он ест все другое, чем мы. Мы тут такое, а он ест. А видели у его жены новые босоножки, а? Видали, да? Я еще позавчера об этом подумал. У него жены новые босоножки, а вы видели, какое они новое покрывало купили, а? Видели, да? Видели покрывало. А шофер-то его, ну вообще, ездит он, как его господина его катает на машине, столько бензина. Это называется, человек что сделал? Он поправил свое материальное положение, он прекратил страдать. И как страдания немножко отпустили, он сразу... Вот представьте, если у вас проблемы, что вы обращаете внимание, у кого другие проблемы? Нет. Но когда у вашей проблемы от вас отступают, вот когда наш глаз бревна в своем глазу не замечает. Это тоже называется поправить материальное положение. Поправить материальное положение. Успокоиться по поводу своих прошлых проблем. У кого-то в семье были проблемы. Кто-то был последним алкоголиком, кто-то наркоманом был. И первое время, это все время их тяготило прошлое. Поэтому они такие искренние были. Так, ух, на веру тасу просто. А потом очистились, и они уже стали так. И они начинают нарушать, выходят из-под влияния наставление духовного учителя, того всего. Постепенно это происходит. Постепенно, постепенно. И человек начинает отклоняться. И они соскальзывают. Не соскальзывают. Поэтому нужно быть очень внимательным. Нужно правильно действовать. Иногда чувства так бегут вперед. Чувства всегда как кони. Видели картинку в Бхагавад-гите? Кони. Чувства эти устремляются. Кто их там? Ум держит. Да, ум? Разум. А душа-то, кстати, она в ужасе, да? Душа в ужасе на этой колеснице. Она в ужасе. Должны быть очень внимательны. Очень внимательны. Иначе будет проблема. Как раз этот стих. А это вера. Вера в это преданное служение. Что Кришна Бхакти является совершенным путем. Потому что это на самом деле так. Это не для красного словца. И здесь как раз Прабхупада в конце пишет, что тот, кто думает, что это просто ради прославления, чтобы кому-то мозги, тот находит этот путь очень трудный. Если мы будем думать, что вот это прославление Бхагавад-гиты, прославление преданного служения, что шастра говорит, что бхакти-йога является самой совершенной практикой из всех практик. Царь знания, Кришна говорит в этих стихах. Это царь знания. Тайна тайн. Для многих она сокрыта. Чем? Что они даже читают это, они не понимают, о чем здесь говорится. Это очень важно осознать. Чтобы победить эту зависть, эту похоть, этот гнев, алчность, гордыню эту, нужно просто вот повторять эти стихи. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и о приобретении. Действуй ради выполнения долга, и ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий, ибо будешь действовать как настоящий йог. Мы всегда думаем, выиграю или проиграю, что получу, что потеряю. Поэтому мы запутываемся в круговороте рождения и смерти. Мы не можем подняться выше этих понятий. Йога. Йога, когда это просто действие для удовлетворения Кришны. Мы не думаем, что мы с этого потеряем и что с этого получим. Победим или проиграем. Мы только думаем, доволен ли Кришна в данной ситуации нами.
На самом деле мы сейчас сконцентрированы на нем. Йога, то есть связаны ли мы сейчас своим умом, сознанием, разумом, чувствами с ним. На самом деле вся эта ситуация ему посвящена. А если посвящена ему, то какая разница, проиграю или выиграю? Выигрыш в том, что есть связь, есть йога. Йога – высшая личность. Мы все озабочены своими меркантильными проблемами. Кто-то в большей степени, диапазон этой озабоченности больше, у кого-то диапазон меньше. Как сегодня он Бхактисиддханта Махарадж на лекции рассказывал, что сейчас иметь преданного в семье считается большим горем. В Кали-югу все то, что является великим счастьем, для людей Кали-юги является великим горем. Путра – тот, кто вытаскивает из ада. И мутра – моча. Прекрасно. Только преданный может поднять из ада всех, все свои поколения. Все. Привилегия преданного служения. 100 поколений вперед и 100 поколений назад. Ни одна практика этого не дает. Кришна не дал никому этой милости. Более того, Кришна дал такую милость, что по желанию своего чистого преданного он может поднять всех живых существ в этой вселенной. Прохлад Махарадж спрашивает. Нарасимха Дев говорит Прохладу. Мой дорогой Прохлад, ты так меня удовлетворил, я так доволен тобой. Проси, я исполню любое твое желание. Скажи мне, какие у тебя проблемы? Где там леса у тебя спрятались? Прохлад Махарадж говорит. О мой Господь, у меня нет своих проблем. У меня нет никаких проблем, я имею твое святое имя. И могу помнить о нем и повторять его. Я служу Нама Сивая. Я служу святому имени. Помню, повторяю его, воспеваю его славу. Мне ничего не надо. Я полностью удовлетворен своим положением. Но, пожалуйста, скажи мне, когда же эти глупцы и негодяи все это поймут? Они же так страдают из-за этого. Когда бы их ты освободил? Он сказал, это твое желание? Я сказал, да. Только потому, что ты мой чистый преданный, я его исполню. В Кали-югу я приду как Гаура-Сундра, Шри Чайтанья Махапрабху, и распространю свою милость. Затоплю этот мир нектаром, нектаром преданности, нектаром любви к Кришне. Ум, он как мячик. Есть такая вторая часть пранамы Шри Прабхупады. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Как же и пусто у нас. А когда пусто, как ты в нектар опустишься? Когда там внутри пустота и все закрыто, ты защищаешь эту пустоту. Представим, вот мячик. Мы его отпускаем. Только убрали руку, он всплыл. Мы его опять в преданное служение, а он... Мы его опять в преданное служение, а он... Что такое вера? Вы делаете дырочку, погружаете и туда наполняется. И по мере наполнения, погружение. Наполняется полностью, погружаемся полностью в нектар преданности. Прабхупада говорил, распахните свое сердце, разверните алтарь. Разверните алтарь. Поэтому он сказал, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему, однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. И каждый говорит, а как принять в сердце? У всех такая сердечная мышца, кровь гоняет. Как тот Кришна туда в сердце, как принять? Как-то открыть или через трубочку туда его поместить? Как? Мы же материалисты, мы не понимаем, что это такое. Он же там. Мы просто не принимаем его указания, не принимаем его наставления. Не действуем в его сознании под руководством его представителя. Отклоняемся. Поэтому столько проблем. Поэтому эти плоды отдаляются. Поэтому мы все время заняты поисками недостатков друг другом. Все время против друг друга клевещем, лжесвидетельствуем, что-то такое делаем. Ищем эти пороки. Поэтому нет сотрудничества. Когда нет сотрудничества, нет сотрудничества, все разваливается. Потому что сотрудничество – это состояние духовной жизни. Сотрудничество – это есть состояние духовной жизни. Что значит сотрудничать? Это не так, что с одной стороной. Ты делаешь все, что мне выгодно, тогда я буду с тобой сотрудничать. На основе Кришны мы должны сотрудничать. В сознании Кришны сотрудничать. Прабхупада говорил, нужно все человечество объединить вокруг святого имени. Это сотрудничество, харинама, это и есть сотрудничество.
Что людей объединяет? Разных профессий, разных социальных уровней все. Что они все повторяют. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Они участвуют вместе в каких-то программах. Каждый занимает определенное положение. Это сотрудничество. Есть такая история. Ворона, жила одна ворона. И вот перед ней ворона, вы знаете, она такая очень мудрая. Вы знаете, да? Ворон, он такое олицетворение мудрости. Это тут сова, но вообще-то ворон. Поскольку он долго живет, у него очень богатый материальный опыт. Очень богатый. И ворон, он как такой, знаете, как буддист современный. Он, так сказать, не убивает, чтобы поесть мясо. Он ест мясо, то, которое уже, так сказать, убито. Сам не участвует в этом. И вот эта ворона, она была такая мудрая, и она снискала милость Господа. И вдруг был ей глаз с небес. Ворона, ты такая мудрая, у тебя есть такой сильный интеллект. У тебя так развит будхи, разум, что я тебе хочу дать милость. Я тебя выбрал. Запомни, ворона, там, за вот той горой, есть большое дерево баньян. Ветви писания, листья гимны, плоды. Плоды освобождения. Преданность. Но вкусив эти плоды сотрудничая, можно получить результат. И ворона переспросила, какие плоды, где, за какой горой? Но не услышала ответа. И сердце ее заколотилось, и она подумала, я избранная, я аватар тоже. Не те ситха. Она так возомнила себе, потому что глаз был ей. И полетела она скорее туда, к той горе, и залетела за эту гору, и увидела большое дерево, и увидела плоды на нем, и подлетела, и сразу сходу давай их клевать. И сладкие были плоды, и сок сочился. И насладилась она, набила свой живот, и села на ветку, и ветка согнулась. И думала она, а что же должно было случиться, так надо вспомнить. О, я же должна была получить освобождение. Я же должна была стать Сачитананда, вечное знание и блаженство. Что? Я сижу на ветке, покачиваюсь, живот уже болеть стал. И кота напала, я объелась. И никакого освобождения. И она подумала, а то ли это дерево, те ли это плоды? И услышала она глаз с небес. То это дерево ворона, и те это плоды. И сердце вороны испугалось, она была богобоязненная. И стала она метаться вокруг этого дерева и думает, а как же получить-то? Как? Но эгоизм был такой сильный, что она забывала о сотрудничестве. Она все время пеклась только о своем личном продвижении. Она так была обеспокоена только собой сама. И вот она увидела слона. Слон такой, он тупой шел, и он был такой голодный и тупой. И подлетела ворона и сказала, слон, хочешь, покажу тебе одно дерево? И там такие плоды. Вкуси и скажи, что ты ощущаешь? Веру ворона, так сказать, потеряла и стала думать, а может быть, этот голос иллюзия? Может быть, не то это дерево и не те это плоды? И она подумала, слон такой огромный, наверное, он такой благочестивый, пусть попробует, а я посмотрю на него, освободится или нет. И пошел слон к этому дереву и увидел плоды и сказал, о, ворона, я тебя так уважаю, ты такая щедрая. Звери, они всегда скрывают друг от друга дичь, добычу. Сказал, ворона, ты прямо как человек. Наконец-то ты стала человеком, ворона. По-человечески начала относиться. Ты делишься со мной этими плодами. И он так ее стал прославлять. У, ворона, ты делишься с моим... И подумал слон, какая ворона. И так привлекся вороной. Так привлекся. И думал, о, благодетельница ворона. А ворона все со своим мотивом. Старым. И слон начал рвать плоды и есть, и есть. И набил свой дирижабль. И был так удовлетворен. И задудел. И ворона смотрела и сказала, ну что? Он сказал, хорошо. Она сказала, и как, ты чувствуешь себя освобожденным? Он говорит, нет, сейчас загруженным чувствую. Мне хорошо.
И ворон, и слон так встал, закрыл глаза и спать начал. И подумала ворона: ой, бесполезная трата времени, такой тупой, такой обжора. И она стала его критиковать. Она нашла в нем столько недостатков: уши у него, нос безобразный, вообще такой длинный, не как у вороны. И она подумала: как я с ним могу вообще общаться? Столько в нем недостатков. И она ту-ту-ту на него плюнула 3 раза. И вдруг увидела вдалеке обезьяну, которая так по деревьям прыгала. И она подумала: а, во! Во, это сразу видно жизнь! Сразу видно темперамент! Заводная, энтузиастичная! Вот с кем надо решить этот вопрос. Она подлетела и сказала: дорогая Манки. Она сказала: сама ты Манки, говори по-нашему. Она сказала: обезьяна, слушай, там есть дерево, на нем есть такие плоды. Пойдем, я хочу тебя угостить. Я уже слона угостила, он спит. Поэтому я хочу угостить тебя. Но, скажи мне, что ты ощущаешь? Сразу много нерв. Дегустируй, дегустируй. Обезьяна сказала: конечно. И они туда пошли, она запрыгнула на дерево, и давай эти плоды хватать, откусывать и бросать. И потом так развеселилась, что начала кидать зад-вперед в эту ворону, в слона. И целое веселье, она целый экстаз, у нее там прямо экстаз. Она давай подпрыгивать до потолка, кричать, в общем, все такое. И ворона сказала: хватит, хватит, ты что-нибудь чувствуешь? Она говорит: так весело по вам кидать этими плодами. Она сказала: нет, ну а ты что-то более важное чувствуешь? Да ничего не чувствую, так здорово, так весело. И она эти плоды срывает и во всех кидает. И хохочет. Слон пробудился, говорит: кончай, обезьяна. Ворона там, кстати, как самолет. А так как зенитка кидает. Но ничего. И подумала ворона: что-то не так. Что-то они тупые. Обезьяна, вообще, посмотрите на ее лицо, подумала. Боже мой, с таким лицом. Какое освобождение. Какое освобождение с такой физиономией. С таким характером, с такими качествами. И с таким количеством проблем. Бессмысленно. Связалась с тупым и вот с такой страшной, и безобразной, и с такими качествами, да еще в таком количестве. И она вдруг увидела такой маленький зайчишка, он так шуро хотел перебежать там через дорогу, чтобы его никто не заметил. И ворона его со своего вороньего полета обнаружила. И она подумала: ага, вот он, трус. И она: и она приземлилась. Заяц боялся всех, вообще всех зверей, которые существуют. Насекомых он боялся, растений, всего боялся. Он боялся сам себя, своей жизни, дышать боялся, смотреть боялся, слышать боялся, все. Заяц был полностью конченый, короче говоря. Самая плохая карма у него была. И он просто даже от собственного стука сердца он испытывал страх. И когда ворона приземлилась, он так весь зажмурился и уже предался так, что думал, сейчас его убьют, все, с ним последний. Он сказал: мама, мама, мама ми. Ворона сказала: косой, открывай глаза скорей. Он раз открыл. Он так подчинялся, он был такой, все время в подчинении находился. Он открыл глаза и сказал: слушай, дорогая ворона. Она сказала: я хочу тебе приказать. Приказывай, я повинуюсь. Только, пожалуйста, не причиняй мне беспокойства, я так страдаю. Она сказала: ладно, смотри у меня. Смотри, куда? Смотри вот на то дерево. Сейчас эксперимент, будешь участвовать в эксперименте. Называется освобождение. Я хочу проэкспериментировать. Сейчас ты подойдешь и съешь плод с этого дерева. Он сказал: слушаюсь! И подпрыгал туда, весь от страха трясущийся. И начал подпрыгивать. Ворона сказала: нет, сам. Он сказал: а вот слон тут стоит, может быть, он поможет. И сказал: дорогой слон, помоги, пожалуйста, я хочу залезть вот, достать. Он сказал: хорошо, конечно. Заяц залез на него. Но он не мог достать плоды. Ворона летала, кружилась, говорила: ах ты негодяй, ну давай скорее. А какой ты тупой, какой неповоротливый, нет никаких качеств. Трус паршивый. Он сказал: обезьяна, пожалуйста, меня все, кончит ворона. Обезьяна подумала: ну ладно, все. Тоже встала на слона. Заяц залез на слона, на обезьяну. Не стал, вот было бы, вот уже и не мог дотянуться, и ворона не выдержала, сказала: ну ладно. Подлетела, сорвала и дала зайцу. И говорит: ешь! Он сказал: как могу я первый? Как я один, я не могу. Я сказал: дорогая обезьяна, передай слону. Я сказал: ну ладно, эй ты, тупой, давай. Он взял слон и только ест. Но почувствовал, что дирижабль полный, уже
свободных мест нет. И он так, держа полути, так стоит. Заяц опять, ворона. Ах. И так они раздали плоды всем. Спустились. Заяц сказал: ну теперь, наверное, надо поблагодарить того, кто все это нам дает. Они сказали: это кто? Ну, там есть что-то такое. И они поблагодарили и вкусили. И как только они вкусили, как тут же они освободились. И попали back to God. Назад, домой, домой. Хари Кришна. Бхагавад Гита класс ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Чайтанья-чаритамрите говорится, что вера есть полная убежденность в том, что просто служа Всевышнему Господу Шри Кришне, человек сможет достичь совершенства. Это называется истинной верой. Как говорится в Шримад Бхагаватам: Ядхатарур мулани шачанен трипьянти тацакна пуджапашаха пранопахарачая тендриянам Тадхайва Шарварханам Ачьюрдаджа. Вода, рассекшая корень дерева, благотворно действует на ветви и листья этого дерева. Пища, попавшая в желудок, вызывает удовлетворение чувств во всем теле. И точно так же трансцендентальное служение Всевышнему Господу приводит к тому, что все полубоги и все живые существа оказываются довольны. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, нужно сразу же прийти к соответствующему заключению, отказаться от всех других занятий и обратиться к служению Господу, Верховной Божественной Личности Шри Кришне. Убежденность в такой жизненной философии и есть вера. Становление же этой веры и есть процесс сознания Бога, сознания Кришны. Существует три разряда людей, осознающих Кришну. К третьему разряду относятся те, у кого нет веры. Даже если они формально заняты в служении Господу, они все равно не смогут достичь высшей стадии совершенства. Скорее всего, они соскользнут с этого пути через некоторое время. Они, может быть, и начинают служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежденности и веры, им очень трудно оставаться в сознании Бога, в сознании Кришны. В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими случаями, когда люди приходят в сознание Кришны, имея какие-то скрытые мотивы. Но как только они улучшат свое материальное положение, они отказываются от служения Господу и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере человек может развить свое сознание Кришны. Что касается развития веры, то тот, кто хорошо знает литературу, посвященную преданному служению бхакти-йоги, и достиг стадии непоколебимой веры, относится к первому классу обладающих сознанием Бога людей, сознанием Кришны. Ко второму же классу относятся те, кто не очень хорошо разбирается в священных писаниях, шастрах, но кто сами по себе имеют твердую веру в то, что Кришна Бхакти, преданное служение Бхакти-йога или служение Кришне, является наилучшим путем и искренностью вступили на этот путь. Поэтому они стоят выше людей третьего класса, которые не обладают совершенным знанием шастр и твердой веры. Но благодаря общению с преданным и по простоте душевной пытаются следовать по пути преданного служения. Люди этого класса подвержены падению, в отличие от верующих второго и в особенности первого класса. Принадлежащие к первому классу непременно достигнут ступени совершенства в конце пути. Что касается людей, обладающих сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в то, что преданное служение Кришне есть благо, еще не обладают подлинным знанием о Кришне, которое можно получить из таких источников, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. Иной раз эти люди проявляют склонность к карма-йоге или гьяна-йоге.
а иногда еще они впадают в тоску и беспокойство. Но однако, когда увлечение карма-йогой и гьяна-йогой проходит, они становятся бхактами первого или второго класса. Вера в Кришну также подразделяется на три уровня, которые описаны Шримад-Бхагаватам, книге 11. Привязанность первого порядка, второго и третьего. Но те, у кого нет веры даже после того, как они услышали о Кришне и о его совершенстве преданного служения, кто думает, что это всего лишь хвалебные речи, находят этот путь очень трудным, даже если они внешне и заняты преданным служением бхакти-йоги. У них мало надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень важна для преданного служения Верховной Личности Бога. Ашрададхана пурушан кармасьясья пранантапа апрапьямам нивартанте мритью самсара ватмани. Те, кто не имеют веры в это преданное служение, не могут достигнуть меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Ом агьян кимиран хасья гьянан джана шалкая чакшур унниритам йена кайсма шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праясена прабхупадасья туштае Sankirtana Pravrityartham Mihate Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Когда начинают повторять мантру вслух, то все обычно подкладывают такого правила. Когда кто-то начинает говорить «Харе Кришна», все сразу начинают повторять в этой форме. Итак, вот я прочитал стих и комментарий, и сейчас я попробую вам... Я не случайно выбрал сейчас этот стих, чтобы рассказать о том положении, которое существует в духовной жизни. Если вы даже вспомните библейские истории, то есть религию, предназначенную для людей определенной категории сознания, то вы заметили, наверное, на протяжении всей Библии, о чем говорит Христос всем своим апостолам и говорит всем, кто с ним общается. Что он все время спрашивает? Где? Вера. Он не спрашивает, где твое знание, где твой мягкий голос, где твое богатство. Он не спрашивает, где твой характер, где твое такое тело или такое. Он все время говорит на протяжении всего. Где? Вера. Вера. Где вера? Помните этот случай? Почему я говорю сейчас о христианстве? Чтобы, поскольку очень много у людей христианской информации, им легче будет трансформироваться оттуда. Да, поскольку, вот, допустим, когда я проповедую в Улан-Удэ или там в Бурятии, там буддизм. Поэтому мне легче оперировать буддийскими сутрами, поскольку я очень много знаю. И я могу, так сказать, проводить какую-то определенную параллель. Хотя этой параллели нету на самом деле. Но поскольку есть материальные представления о деятельности, поэтому эта параллель, она проводится все. На самом деле, в Санатана Дхарма говорится, что сравнивать бхакти-йогу с христианством или с какими-то другими писаниями, на самом деле это неправильно, это не авторитетно. То есть, поскольку этот процесс, он трансцендентный, то есть он выше всех этих процессов, его сравнивать просто считается неуместным. Но все-таки такие параллели проводятся. И сам Шрила Прабхупада проводит параллели эти, делая цитаты из Библии, какие-то определенные из определенных других описаний, Корана, там, буддийских, Упанишад, или Дхаммапады, вернее. И вот там есть эта история, когда Христос, он пошел по воде, и его один из апостолов, Петр, он увидел, как Христос ходит по воде, и он был просто очарован этой способностью. И он сказал, я тоже хочу ходить по воде. И Христос сказал ему, в чем проблема? Пошли. Он сказал, ну как, я не умею. Он сказал, пойдем. И Петр шагнул в воду, но его нога, так сказать, она в воду погрузилась. И Иисус сказал, где вера твоя? Взял его за руку
И он так стал смотреть на Христа, прямо во все глаза ему, в лицо стал смотреть, в его глаза. И Христос повел его. И они пошли по воде. Они пошли вместе по воде. И Петр шел по воде. И так они шли, и Петр стал думать. О! О! Он сначала убрал глаза и стал смотреть, что он идет. Потом подумал, о, я иду по воде. Я иду по ней. И он отпустил руку. Как только он отпустил руку, что с ним произошло? Он начал тонуть. Христос схватил его за шиворот и швырнул. И он вылетел и попал на берег. Он подошел к нему и сказал, почему не веришь? Где вера твоя? Если нету веры, все для нас становится... Мы тонем. Мы всегда будем тонуть. Если нет веры в то, что мы можем это сделать, что это так, все становится для нас невозможным. Все абсолютно. Как люди приходят и говорят, неужели благодаря этому процессу можно избавиться от каких-то дурных склонностей? Если человек не верит в этот процесс, ему будет... Он может избавиться, но ему будет сложнее, тяжелее это сделать. Потому что наличие веры, оно позволяет. Что же такое вера? Шрадха, называется шрадха. И первое, вот я начал сегодня вам объяснять, первая стадия, это убежденность в том, о чем говорят священные писания. Вера в то, что это все то, что это описано, это работает. Посмотрите, сколько людей занимается йогой. Вот вы сейчас можете найти тысячи людей, которые занимаются йогой. Даже когда человеку плохо, вы заметите, он делает так. Почему он так делает? Когда он переживает, он... подождите, отвлекся. Как вы думаете, чем он занимается? Откуда, кто его научил делать таким образом? А? Подсознание. Что такое подсознание? А? Это прошлый опыт. Откуда у него такой прошлый опыт, что благодаря дыхательным упражнениям можно что-то менять? Да, он мог увидеть даже это. Это тоже опыт. Это опыт тех старших людей, которые... Нет, если вы возьмете любого человека, то он будет так дышать. Любого. Ну, как правило, 90% людей так реагируют на все. 90% людей. И если вы не верите в это, попробуйте поэкспериментировать с собой, с кем угодно. И вы увидите, что они будут дышать так. Когда человек обжигается, он будет... Он будет... Все связано с дыханием. Все на самом деле. Подсознательно этот опыт есть у всех. Потому что каждый человек прошел уже огромные пути самсара, круговорот рождения и смерти. Вот то, что вы даже сейчас говорите, только потому, что вы первый раз. Да, вы первый раз. На самом деле, я бы вас уже убедил давно. Вы не сомневайтесь. Многие люди сомневались, но они теперь здесь. Поэтому после окончания лекции вы зададите свои вопросы, хорошо? Если можно. Я думаю, они будут консультироваться. Что? Я думаю, они консультируются сами. А, да. Ну тогда, если можно, послушайте, хорошо. А потом будете говорить, вы, я буду сидеть вас слушать. Окей? И таким образом, этот подсознательный опыт, он присутствует у всех людей. Йога. Йога есть везде. Любая религия, это йога. Мы уже с вами обсуждали, что такое йога. Связь. В санскрите это переводится связь. Если мы молимся, мы пытаемся связаться с каким-то ангелом, архангелом. Кто-то какой-то, у него есть ангел-хранитель, он о нем думает. Есть какой-то святой, он ставит его икону. Почему он читает молитву этому святому? Что он делает? Он хочет что? Связаться. Почему с Богом? Вот, допустим, кто-то с архангелом Гавриилом, кто-то там... с Максимом Великомучеником, кто-то там с Богородицей. Все хотят связаться. Связь называется как на санскрите? Йога. Весь мир занят йогой. Когда мы пишем письмо кому-то, что мы хотим сделать? Когда мы о ком-то думаем, ой, как там наш сын? Ой, сынок, слышишь ли ты меня сейчас? Не лезь никуда. Мы погружаемся, мы подсознательно ищем этой связи. Мы постоянно подсознательно хотим связаться с чем-то. Йога, все хотим заняться йогой. Но йога,
Полное расширенное понятие этого слова йога относится связаться с абсолютной истиной. Все мы на самом деле подсознательно пытаемся это сделать, потому что у нас есть склонность связаться с Богом. Мы связаны с Ним, поэтому мы ищем эти связи. Мы уверены, что кто-то нас слышит, когда мы о нем думаем. Мать говорит, а ты помнишь 13 числа, вот так он, ты думала обо мне, у меня даже уши горели. Мы уверены подсознательно, что это как-то работает, что мы как о ком-то думаем, и он в этот момент что-то с ним. Или кто-то говорит, а ты, сынок, ты вот когда был там в армии, ты не болел вот такого числа, я так о тебе переживал в то время. Откуда такая убежденность, что он там за тысячи звезд мог чувствовать? Потому что мы знаем, что есть какая-то связь. Есть какая-то йога. Такой, как сказать, низкий аспект, низшее проявление этой йоги. Связь с личностями, связь. Экстрасенсы там читают чужие мысли. Как они связываются? Разве они, многие из них даже не понимают, что это принципы йоги? Йога-мистика. На энергетическом уровне связаться с каким-то объектом, воздействовать на какой-то объект. Все это связь. Все мы на самом деле связаны с этим миром, друг с другом и с Богом. Йога присутствует во всем. И когда у человека есть убежденность в том, что священные писания говорят об этом, он понимает, что есть йога, что это все действует. И мы видим, как на практике это доказано. Приезжают парапсихологи, показывают какие-то чудеса, там спички зажигаются у них без поджигания, они читают мысли. Как же мы можем не верить в Бхагавад-гите, что этого нет? Когда мы каждый день соприкасаемся везде в быту, восхищаемся этими людьми, ходим к ним лечиться, это все остатки йоги. Это все брызги той деградации, которая произошла. Немножко осталось у кого-то, по каждому помаленечку от этих способностей. Значит, это работает. Значит, это существует. И значит, все, что описано в Писаниях, что если человек практикует вот так, так действует, то у него это появляется. И он на самом деле может связаться. Иначе люди бы, если бы этого не было подтверждения, как вот говорит молодой человек, не было бы опыта, это не эксперимент, никто бы никогда этим не занялся. Великие ученые, академики, врачи занимаются йогой. Они сидят, делают позу аиста, позу ворона, ку-ку-ку, дышат ноздрями, обливаются холодной водой, даже не подразумевают, что все это йога. И все это какие-то части из каких-то систем йог. Где-то они более авторитетно проглядываются в кали-югу, где-то вообще менее авторитетно, где-то в смешанной форме. Люди занимаются медитацией, аутотренинг. Теперь они это называют аутотренинг. Они говорят, физкультура. Вдох, руки поднимают. Выдох. Почему коммунисты были уверены, что вот именно так надо делать? Как вы думаете? Если вы возьмете йога-сутру Патанджали, то увидите первое движение йоги, которые занимались миллионы лет назад йогой. Первое движение, которое они делали. Откуда? Они говорят, нет, это не работает. Все это выдумки. Религия – опиум для народа. Они каждый справляют 9 дней, 40 дней. Какой-то коммунист говорит, пожалуйста, если я помру, 9 дней обязательно. 40 дней обязательно. Любой ученый, который говорит, Бога нет, он справляет 9 дней, 40 дней и через год рюмашку. Они делают это, но они это отвергают. Таков авторитет священных писаний, он неопровержим. Поэтому говорится, что разумные люди, которые обладают разумом, они это видят. Когда появляется человек, который раскрывает для них эти стороны жизни, возле которых они постоянно пребывают, но просто по незнанию или потому что не обратили внимания на это. Точно так же, как приходит Господь Будда, и все умирали, все рождались, все болели. Но многие ли задумались, что это враги живого существа? Многие сейчас из нас думают о том, что каждый умрет. И умрет вместе с ним его знание об уфологии, об агни-йоге, о том, о сём, исчезнет. Все эти газеты, они ничего не дадут. Думает ли кто-нибудь об этом? Нет? Почему? Почему каждый раз каждый стоит возле гроба, но не думает, что умру я, умрет мой ребенок, и как спастись от этого? Кришна говорит в этом стихе Арджуне. Те, кто не имеют этой веры,
преданное служение, на санскрите означает бхакти-йога. Тот, кто не имеет веры в бхакти-йогу, возвращается в самсару. Что такое самсара? Круговорот рождения и смерти. Человек будет вынужден возвращаться в материальный мир. Вынужден будет получать рождение. Неважно, огненное тело он получит или тело ангела, архангела. Помните, я на культуре по неподвластное время перечислял даже классификацию живых существ. Все это есть. Вы можете получить любое тело. Если кого-то устраивает перемещаться в пространстве, телепортировать, так, как сейчас называют, телепортация. Пожалуйста, вы можете получить это тело, если вы будете практиковать определенные учения и в момент смерти сконцентрируетесь на получении такой формы бытия, вы можете это получить. И будете телепортировать, но здесь, в материальном мире. И наступит время, когда вам придется постареть, заболеть и умереть. В этом материальном мире, Кришна, вот здесь есть такой стих, от самой высшей планетарной системы Сатья-Локи и до самой низшей Патталоки, все это обитель страдания. Обитель страдания, рождения, старости, болезни и смерти. Все здесь, все до одного. Даже Брахма, творец нашей Вселенной, тот, кто восседает на троне, кому 50 лет сейчас, даже он страдает, потому что он вынужден умереть. Постареть и умереть. Он вынужден стареть и умереть. Таково положение этого материального мира. Какова цель того, что мы с вами здесь общаемся? Что мы... Это отбор разумных людей. Те, кто могут понять, что все это существует, просто я никогда не задумывался об этом и никогда не обращал на это внимания. Потому что никто никогда мне не раскрыл этого знания. Я был возле него, но оно было для меня закрыто. Это есть отбор разумных людей, которые могут посмотреть Омадьянти Миранхасья, Гьянанджана Шадакая, Чакшур Унмиритам Гина Тайсмай Шри Гурве Намаха. Факел знания. Почему факел? Свет. Почему говорится учение это свет? Факел знания. Если есть знание, и человек смотрит на вещи с позиции знания, ведического знания, то многое для него раскрывает. И почему так происходит? Посмотрите, даже эти три